перекресток. Вот эта улица Индерван, а эта улица Индергемоль. Как мне сказала мама, Индергемоль, Индерван. Это не просто. Перевода-то с немецкого вроде как бы и нет. Но на самом деле Индергемоль, ну такая ложбина, распадок между горами, напоминающий корыто для замешивания теста. Вот так вот она помнит. Деревня у них называлась Моль. И поэтому Индермоль вот в этом вот корыте. Ну а Индерван, ну, наверное, уже что-то близкое к ванной. Так я понимаю.